Моя задача сохранить положение. То есть как бы я вешу 140. Раз. То же самое в плечо. У него задача сохранить положение. То есть когда усилие в этой плоскости не нашими, а нужно перевести в землю. Соответственно, локти вниз. Нет. Прям жестко. То есть у него задача это усилие передать. Принципиально 4 положения рук есть. Короткая структура, замах, длинная, в которой мы бьем, там упираемся противника. Вот. Средняя, которую мы обычно блокируем. И четвертая, это все остальные положения. Раз. Два. Три. Дальше. Проходит укол. Срез снаружи. Соответственно. Раз. Джам сао. Два. Пак сао. Три. Фук сао. При этом исходно я пытаюсь его ударить навстречу. Просто руки столкнулись. И я в точке контакта как-то ее вращаю. Для того, чтобы усилие не было таким встречным. Вот. Ну и срез в меня тыкай. Бум. Да, то есть у нас вот есть срез изнутри, который сделай как срез снаружи, чтобы локоть был. То есть вот так я его не срежу. Соответственно, а вот так да. Вот у нас получается бонсал. Первый номер. Делает рывок вперед и тыкает. В грудь тыкаешь. Раз, два. Бум-бум. Да. Второй номер смещается по дуге. Задача его заколоть. Раз, два. Локоть вниз. Вот он. Локоть вниз. Вот я локтем режу его руку, а кистью занимаю середину. То есть вот у меня кисть уже по центру. Вот он. Раз. Он смещается, и я смещаюсь. То есть нужно встать так, чтобы ему нечем было толкать. Контакт рук и плеча может быть, а вот положить уже должно быть нечем.